Анонс и точно до выхода 24 серии сериала «Конец мороза в это солнце». 24 серия сериала выйдет в эфир 22 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Гюнеш приходится покинуть семью. Как бы девушке не было больно, она понимает, что ей нужно это сделать. Кажется, что единственным человеком, которому печально от того, что Гюнеш покидает родной дом, является ее отец. Эстра и Аяс интересуются состоянием Онура. Онур говорит, что они никогда не относились к ее сыну настолько хорошо, насколько пытаются сейчас, когда ему стало плохо. Она упрекает их за то, что они всегда относились к нему только как к сводному брату. Мурату звонит Галиб. Парень очень удивлен тем, что мужчина хочет с ним встретиться. Он переживает, что из этого не может получиться ничего хорошего. Когда появляется Аяс, Мурат интересуется состоянием Онура. 24 серия сериала выйдет в эфир 22 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.